Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очень интересный и веселый роллинг. Посмотрим, какие шансы вытащить отсюда Розалинду. Ее здесь наконец-то добавили. Я тащил отсюда многих героев. В прошлый раз это был наш овощ. Реально он что-то так падал. Но мы его вытащили все-таки. Это было, насколько я помню, это была китайка. Я там ролил на английском сервере, я думаю, шансы будут намного получше. Посмотрим, сколько можно будет словить. Ну, до этого давайте сейчас заберу плюшечки. И пойдем. Посмотрим, что там у нас по акциях есть интересного. Так, это, по-моему... А, не, я уже все забрал, это уже... Бонусация. Так. Так, так, так. Красные кристаллы. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давайте заберем. 200 слизней за 11. Ну, смешно немножко. 5 какулку. Ладно, согласен еще. Такс. Ну, это тоже надо. Ну, стоп. Ну, здесь я не знаю, мне нравится то, что... Блин, нафига я нажал? Вот же шнуп. Так, ну за 10, я думаю, надо забирать. Вот смотрите, эти честы можно отсюда без донату реально за самы получить. Девятые камни я показывал. Отсюда с 10 сундуков падает, в принципе, камень. Да, вы потратитесь, но вы получите коробки там, либо еще что-то. Ну, это очень интересно. Эти сундуки забирать. Так, это тоже мы заберем. И вот это заберем. Так, отлично. С этим мы разобрались. Поехали, пробежимся по акциям. Еще что там у нас еще интересное есть. Такс, 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 такс. Императорская. Поехали посмотрим, что императорская кузница. Вот такое все. Здесь ничего у них не меняется, к сожалению. Вот, кстати, покер-матчер интересная тема. Я сегодня тратил что-то, да. Отлично. Видите, как? Стычки просто читер. Делаем раздачу. Пятерка. Семерка. Оно нам хочет типа бубну предложить. Так, нужен десятка либо дама. Тоже, кстати, очень хорошо. Ну вот видите, только сказал сразу же. Опять зачитерил. Какой-то нестандарт. Ну, даму, я думаю, вряд ли даст. Ну, давайте пощелкаем. Сколько там есть попыток. Хоть попробуем ее словить, но это вряд ли. Такую комбинацию очень редко дает. Но дала нам, ребята, вот так вот. Все просто изи на этом сервере. Так, хорошо. Ну что, словим? Конечно же, словим, ребят. Просто... Ай-яй-яй-яй, не то поменял. Ладно. Да, тут уже, конечно, не судьба. Хорошо, поехали. Ну, смотрите, просто нажал, сразу же забрал. Офигеть. Вот такие вот, ребятушки, здесь шансы. Так, забрать все. Награды, правда, не очень. Так, Grove Gifts.
Посмотрим, что нам тут дадут. Так, это понятно, это мы забрали. Покермейстер был. Чарующие изменения понятно. Счастливое число. Ну, мне интересно. Открывать сундуки. Тоже уже нету. Ну, в общем, вот такое вот. Окей. С этим мы разобрались. Сейчас я сделаю перезаходик. Может, там еще что-то нам на почту упадет. Интересно. Потому что там у нас перелимит, в принципе, был. Ну, там вроде 60, и тогда падает. Но сейчас посмотрим. И пойдем ролить новую имбу. Что больше не пришло. Окей, let's go. Поехали. Посмотрим, какие же все-таки тут шансы. Командора 20 осколков. Целый стрелок. Опять целый стрелок. ПБшка. Фрейка. Еще Фрейя целая. Ну, просто... No comments. Так. Сколько их выпадет, как думаете, за сегодня? Так, мне самое интересное просто выловить. Пофиг, сколько осколков. Анубис целый, Фрейя целая. Да. Стрелок. Я офигею, посмотрите, какие шансы здесь на героя целых собрать. На русском сервере такого нет, на китайке я тоже так не получал, как здесь. Офигеть. Так, стрелок целый, 83 осталось. Кимен. 60 осколков. На красава уже собрали. Не знаю, сколько Фрей, пишите потом в комментах. Но, по-моему, дофига у нас Фрей получится. О! Все-таки она нам упала. Было 129. Неплохо, неплохо. Это радует. То есть, по сути, как раз за половину. Почти за 70 тычек, ребят. 10 осколков всего лишь. А огник, кстати, так и не падает. Так, а еще Анубис. Ну, интересно, выбьем еще 10 осколков или нет? Блин, Некроса, конечно, мы нормально уже натащили. Стрелков и Фрей. Видите, что делается. Едь. Плохо, нельзя посмотреть сразу статистику, типа после роллинга себя взяла и выборочно посмотрел отдельно. Так, Командора. Неплохо было бы, чтобы, знаете, как сделали статистику, типа градация там по каждых 150 или 450 самов, как ты ролил, и типа герои, которые тебе выпали. Вот это было бы интересно. Такс. Ну, судя по всему, один раз только мы увидели. Она реально падает очень редко. А Анубис и Фрейя здесь, как видите, чистые гости. Все? Как-то быстро. Так, и... А, кстати, мы Вольта так и не получили. И рогатки не видели. Смотрите, ну, по осколкам нам упало, кроме... Охника и кроме Ледяного Феникса и кроме Plant Warrior упало, в принципе, все. То есть 4 Махатма не упало, но это уже целый Бугимен не падал. Командора я не видел, может, пропустил, напишите в комментах, если было. Ну и Рогатка и Вольт. Все остальное просто дофига. Сейчас мы посмотрим. Ну вот Розелин почти 3 уже будет. Надо будет сумочки открыть. Это тоже. Лазуля, Командора, Бугимен.
Как видите, все по чуть-чуть, по чуть-чуть. 4000, 3200. Прокачиваются здесь. Так, Анубиса около 2. Хорошо, поехали, посмотрим, что там у нас еще за плюшки были. Вот, 25 сумочек. Или я потом, на потом у них оставлю. Подкоплю еще, покажу, какие шансы вытащить. Так, это что у нас? Это третье. Четвертое. Надо будет накопить опять всего. Ну, давайте 13 мешков огника. Опа, 38. Ну, тоже неплохо, в принципе. Да, вроде как бы все. В общем, вот так вот, ребят. Осколок, как видите, один на 130 попыток, всего лишь там 10 штук упало. То есть шанс реально очень хреновый на всех последних топовых героев. Все, в принципе, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.